25-го, будущее. Между прочим. Угу. Сейчас Нового года. С Новым годом! Ты проводишь слишком много времени за компьютером. Я прикрепила записку на стену, а ты даже не обратила внимания. Алиса, мы украсили елку, сходи, посмотри, ебаный задрот. Окей. С родителями живу? Че, с родителями жить хорошо, блядь? Радуйся, пока ты живешь с родителями. С родителями вообще хорошо жить. Все время есть, пожрать. Да, жрачка есть. Причем даже готовить бывает не надо. Что мамка приготовила, то и ешь. Вообще идеально. Можешь выключить музыку? Мне она не нравится просто. Чуть-чуть. А как... Ага. Ага. Подожди, а ты что, реклама Яндекс Алисы, что ли? Нет, просто так получилось. Нет, получилось, это ничего себе. Нет. Хорошая интеграция. Ага, выключи, пожалуйста. Иди на... Хорошо. Качалка. Качалка переносная домашняя. Это Арни? Инструмент. Качалка, инструмент для... Без лица. Для сисек этот инструмент. Так, а вот тебе елка, пожалуйста, замечательно. Нового года не будет. Вообще в квартире, похожей на любую квартиру в России, может быть, что-то может кто-то пугать. Ну, выключился свет, но и рот его ну, в конце концов. Так, Фреда. Кто мне, блядь, выключил? Стоп, подожди. То есть свет выключился, но при этом настольная лампа работает. У него что, какое-то отдельное питание, или это у него Фреда этот выключает? На батарейках, наверное. Там мишка Фреда ему там включает. Свет, на батарейках. Блин, красота, ты смотри. Шарики, подарики, яркие огонечки, все дела. Да, он выключает. Да. Это угроза. О, что такое? Как утка. Медведь Сидун. Ты похож на клоуна, медведь. Ты понимаешь, что у тебя в профиле анфас? А, кстати, да, только губастого такого. Смотри. Я бы на твоем месте задумался. Ты похож на кого-то клоуна. Так, что у нас на пожрать-то? Ой! Ой! Свинина. Здорово. Хорошо, неплохо. Что-то как-то, по-моему, мать не уследила. Может, они бухают неделю уже? А ты, походу, свинота для холодца. А потом она, они... Она выглядит как слишком живой, не? Ну, это голова просто свиноты. Она живая. Походу, слишком. Знаешь, что мать решила сделать? Как очень умные люди делают. Они берут на Новый год и идут в гости кому-то, чтобы самому им не готовить, а прийти на халяву пожрать. И посуду все. Не мыть этому. Ну, зачем в гости ж пошли? Это, как его, свинья протухла. Ты тут посуду не помыл. Слышь ты, иди посуду помой. Я не скажу, что ты протухла, окей? Свинья, договорились. Ну, в душу смотрит. И сколько мне ждать? Нажми. Контакт USB. Турдун. Нам надо в эти в гляделки посмотреть. Типа, кто проиграет, дохлая свинья или я? Я могу сказать тебе заранее, кто выиграет. Но не буду. Я буду сохранить интригу. Понятно. Let's go. Мне нужен генератор какой-то. Санта! Дед Мороз! Ты ебнутый, нет, я тебе сказал, завязывай бухать, у тебя уже глаза горят. Хорош, блядь, Новый год. Ой, ты Петрович, да? Походу. Ой! Ай, это завязывай! Дед Мороз, мы сегодня не заказывали, блядь. Даже если бы был Дед Мороз, я знаю, кто такой Дед Мороз. Так что не пизди мне. Что ты на меня смотришь? Что тебе нужно? Че ты такой довольный? Заходи. Ты что, бухой? Петрович, блядь! Ты где спрятался, сука? Я тебя все равно найду, дурень. Ну, блядь, в прошлом году вообще уснул в стиральной машинке. Родители пришли, пизды мне дали. Говорит, опять твой друг-алкаш приходил. Стирать мне мешает. Мать, блядь, злилась, я ебал. Открывай. Петрович, ты мыться пришел? Сука, в бане помойся, Петрович. Только мыло не роняй. Что зачем тратить? Вода-то у нас здесь вообще-то за деньги. Петрович, блядь! Хорош блевать-то мне тут, ну! Взял мне унитаз, заблевал. Вот там, Петрович, есть ёршик! Куда ты? А что за звуки такие? Петрович смылся. Смешно обосраться. Я призраки. Не буду, я тебе сказал. Короче, я ему объясняю... Плюмбус! Принципе, ...будто ёршик. Обьёшь ёршик, сука, оттираешь всё своё говно отсюда. Чтобы этого больше не было, Петрович, хватит угорать надо мной. Где мое тело? Петрович меня убил, я призрак. Петрович, сука, мамка узнает, что ты меня убил, она тебя убьет. Песня про Петровича. Петрович. А ты чувствуешь, как серенада? Петрович. Надрыв. Я люблю тебя, Петрович. Почти. Новая песня про Петровича. Бля, вот он приколись, короче, Петрович, за это я его и люблю. За это мы с ним и дружим. А ты что тут напридумывает вечно? Ну, пугать меня хотел Новый год, смотри. Родителей, походу, дел куда-то отвез, сам уже нажрался. Глазищи красные, похмелище там за километр чувствуется.
А сам где-то бродит, ходит, пугает меня. Смотри, собака какая. Петрович, блядь. Ну, сука, найду, я тебя побью, собаку такую. Пойду вот так ходить, мне так нравится, смотри. Подожди, а свинья разве не должна сыграть какую-то свою историю? Нет, все, сыграла уже вот это. Все? А я думала, это какой-то коллаб, вот они как-то с Петровичем там заодно, нет? Класс. Я не ищу легких путей, я хожу через шкаф. Через Нарнию. И вошел в зиму. В Нарнию. Зима. Да, слышь, он снег пошел. Во, Нарния, ну. А че он вообще заходил-то? Помыться. В смысле не сказал? Очевидно, все. Посрать, помыться. Ну, у Куприного свет вырубали, у него воду вырубили. Пришел на халяву помыться и ушел. Слушай, набросился на меня, обнять хотел. Упс. Сообщение от Петровича. Слушай, звук такой. Да, знакомый. На, эй ты, я знаю, что ты там. Это Петрович? Я не Петрович написано, смотри. Петрович, сука. Хватит страдать. Хуйней, Петрович, хорош. Скоро приедут родители. Пиздюлей получим оба. Иди убирайся в туалете. А, блевот убрать. Я на кухне приберусь. Серьезно. Петрович. Он должен это знать. Петрович, отвечай быстрей. Тебе нужно торопиться. Петрович, ты дурак? Не. Не мявли. Не мявли. Хорошо. Петрович, ты долб***ёб? Надо вопрос не ставить. Не мявли. Давай нормально, слышь, чё? Скажи мне честно, да или нет? Чётко, да или нет? Да. Так я и думал. Петрович, я твоей сообразительности просто можно позавидовать. У тебя только один шанс. Сделаешь все, как я скажу, сможешь выйти. Интересные квесты у тебя, Петрович. Не сможешь, останешься развлекаться со своим новым другом. Готов слушать? Так это не Петрович. Я знаю, кто пишет, это свинья пишет. Из холодильника. Он думает, я не понял, что это он. Слушай, да давайте. Говори. Слушай внимательно, заебёшь, да, бегом. Сейчас я открою дверь в соседнюю комнату. Что-то хрустит. Окей, Петрович, хорошо, окей. А тут ты найдешь игрушечный домик, за ним лежит ключ от выхода. Возьми его и иди на выход. Лучше это его, походу, фирменные стикеры. Да, стикер-пак, походу, в телеге Smart Bird Show. Кстати, телега у нас тоже есть. Ссылку, знаешь, телега? В описании. Мы там сообщаем все самое важное всегда. Угу. Самое первое. Даже не думай оборачиваться. Удачи. Че, что-то СПС будет? СПС. Главное, не оборачивайся. Петрович, окей. Я СПС. Иду, беру за домиком ключ и иду на выход. И даже не думаю оборачиваться, без проблем. За домиком. Отлично. Ключ, не оборачиваемся. Ни грамма вообще. Сейчас обернется. Ноль эмоций. Просто иду. Через шкаф. Ну, обернись. Через шкаф мне нравится. В Нарнию. Та-ра-ти-та-там. Я пошел. Что, все так просто? Обернулся. Ура! Салют! Я поняла, зачем... Я тебя поняла, короче. Петрович просто решил таким образом выгнать Куприного с хаты, чтобы ему досталась хата на Новый год, и он там свою пассию устроил, и все. Да, и посмотрел салют из Амертного. Ты понял, да. Ура, Петрович, какой же ты затейник. Ему сюрприз сделал. Ну, серьезно. Ой, ну молодец. Слушай, как у Петровича. Блин, вы вообще вокалисты, прикинь. Вы красавцы, ну серьезно. И все это ради того, чтобы я вышел... Ну, спасибо. Ой, застеснялся. Они организовали мне салют, ты понял? Ну просто так, скучно было смотреть на салют. Они поэтому мне решили, короче, так его сделать. О! Бля, пацаны, вы чё? Что-то, блин, вы сами плохо все закончится. Короче, я вообще по названию ролика подумала почему-то, что Куплинов, Петрович, что это не персонаж с игры, а какой-то его друг. Петрович его друг, да. Да, я думала, какой-то, может, блогер. Разок Фазмофобию. Да, и он... там был друг. Я думал, прям вот как будто он. Это друг? Да, оказалось, какой-то персонаж. Вот он, и причем, получается, вообще, это игра, в которую Куплинов как будто каждый год играет. Это постоянно один и тот же Петрович. Непонятно вообще, что за игра. И я думала, честно говоря, что как-то это все сыграет и выстрелит. Но в итоге непонятно, как это сыграло и выстрелило. В принципе, ничего не понятно. Да, ничего было непонятно. В общем, вот такая реакция получилась. Спасибо большое за просмотр. Пока. Неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может, лучше это? Сложный выбор.